Я Тарас Кузьмин, актер театра и кино. Для проекта «Тверь-Ти». Тарас Кузьмин – успешный артист. Однажды я там с пересадкой летел через Польшу. Ко мне в аэропорту Шопена подбегает женщина, фотографируется со мной и говорит, да, мой фан. Ну, а так вообще, ну, в Твери, вот если женщина с коляской шла, как раз в период показа этого сериала, я старался обойти ее стороной, потому что почти каждая женщина с ребенком подходила и рассказывала, что смотрит мой сериал. Особенно в наше время сейчас можно вот этой какой-то провинциальностью гордиться, потому что в этом есть какая-то и чистота. И в провинциальных театрах часто служат такие, знаешь, самоотверженные люди, которые забили на славу и деньги и занимаются искусством. Ну, по крайней мере, так думают. А вот представляешь, сколько этих 13-секундных роликов в моем 2,5-часовом спектакле, когда я не ухожу 2,5 часа на сцену. Вот попробовали эти тиктокеры выложить 2,5-часовое видео, сколько бы лайков они набрали. Хренушки. Я ни разу специально не провоцировал в соцсетях. Я вот честно заявляю, журналисты, услышьте это обращение, потому что на самом деле вот хочешь вроде бы хайпануть, придумываешь какую-то историю, запускаешь ее, она не работает. А потом на тебя падает льдышка или у тебя реально задерживают в Питере с каким-то оружием, ты просто этим делишься. Но на самом деле для хайпа есть огромные возможности. Я знаю, как хайповать, я знаю, как подсунуть какую-то провокационную идею, как играть на современной повестке дня, но я этого не делаю, потому что, ну, это дешевая вещь. Чтобы надевать маску, нужно иметь лицо. То есть, прежде всего, выращивание лица, ну, не в объеме, а именно выращивание личности, это, наверное, то, что нужно делать в первую очередь человеку.